Наконец-то я определилась с коляской. Обзор на Run Energy 2 в 1. Это сами шасси. Раскладываются довольно просто, легкие и компактные. Дальше устанавливаем специальный адаптер и ставим люльку. Люлька очень легкая, есть специальный козырек. Также просто она снимается, можно снять даже одной рукой. На самой люльке ткань удобно поднимается, фиксируется на магнитах, чтобы малышу не задувал ветер. Вот как выглядит сама коляска. Внизу есть специальная сумочка, куда можно сложить все свои вещи. Здесь регулируемая ручка, и сама коляска очень легкая и маневренная. Также вот эта верхняя часть снимается, и можно использовать коляску без нее как летний вариант. Внутри она вся из хлопкового покрытия, которое отстегивается, и можно легко его постирать. Я купила дополнительно еще рюкзачок, его нет в комплекте, но я купила для удобства. Сзади есть специальное вентиляционное окошко, и теперь переходим к прогулочному блоку. Прогулочный блок тоже легко устанавливается, занимает разные положения, подножка также регулируется, есть большой капюшон на случай ветреной погоды. Коляску можно сложить как с прогулочным блоком, так и отдельно. В комплекте специальные утеплители на ножке. Также коляску можно развернуть лицом к миру или лицом к маме. Вот так выглядят сами крепления и коляска внутри поближе. Сзади есть специальные кармашки, куда тоже можно сложить свои вещи. Также есть специальное окошко для вентиляции и обзора и ограничители для малыша.